Всем привет, меня Фантом, и сегодня я буду вызывать, гостей. Да, ребят, в общем, этот вызов я нашел на канале Страшилки Одиница. В общем, мы будем как бы призывать гостей, духов только гостей в наш дом. Типа, нам должны звонить после этого. Что вам надо сделать? Вам надо листочек нарисовать красным маркером и красным карандашом, либо красным фломастером, так прочеркнуть листок. С одной стороны написать два мужских имени, а с другой стороны два женских. Также прошу вызвать это сверхъестественное, очень прошу вызвать этот дух. Так что вот, ребят. Ребят, этот вызов не очень опасный, но, ребят, очень страшно. То есть нам будут звонить, его также можно и изгнать, можно пригнать. Вот, страшилки от Дениса, ему звонили, и все у него получилось, вот. Можете подписаться на его канал, также подписывайтесь на канал Супернатурал Вызов Духов. Вот, так что вот. Вот, так что Страшилки от Дениса, можете подписаться. Также подписывайтесь на Фантом и на Супернатурал, то есть на сверхъестественно. Давайте. Значит, давайте покажу, что у меня дома никого нет. Там, тут, там идет Шрек. Тут никого, ребят, никого. Мне через полчаса выходить на свою тренировку. Так что вот. Сейчас мне как бы отдыхаю. Вот, ребят, мне надо в 4 уйти из дома. Сейчас полчаса еще. Так что решил записать вызов какой-то. Так что вот, ребят. Что ж, надо, чтобы призвать их, надо вот так положить листок перед двери. Ну, как бы, если... Ну, как бы перед двери, как вы поняли. Не обращайте на те звуки. Нам надо вот так сесть и сказать три раза такую фразу. Петя, Миша, Аня, Люда, я приглашаю вас в свой дом. Петя, Миша, Аня, Люда, я приглашаю вас в свой дом. Заходите ко мне в дом, заходите ко мне в дом, заходите ко мне в дом. Все. Вот, ребят. Блин, ребят, там кто-то шуршит. Вы не слышали реально? Блин, ребят, там кто-то шуршит. Вы что, не слышите? Блин, ребят, что за фигня? Да ну нафиг! Тихо, ребят. Ну там никого нет же. Тихо, ёпта. Блядь, сука. Какого? Лешего. Твою мать, сука. Блядь, ребят, это не смешно. Что за херня, ребят? У меня... Блин, ребят, блин! Сука! Вы думаете, что это я? Блин, как вы там через очко? У меня в руке вообще ничего нет. Блин, ребят, ну как? Блин, там нафиг, я уже перепугался, блин, ребят, все. Петя, Миша, Аня, Люда, покидайте мой дом. Петя, Миша, Аня, Люда, покидайте мой дом. Петя, Миша, Аня, Люда, покидайте мой дом. Все нафиг. Пошли вы, Петя, Аня, Миша. В жопу. Перепугали меня до смерти просто. Блин, ребят. Господи, ребят, они реально приходили, блин, ребят, ну они реально вот сейчас стучались, блин, ко мне в дверь. Жесть. Короче, ребят, вызов однозначно реальный, так что кому понравился, кто мне верит, ставьте лайки, пожалуйста, потому что очень страшно было. Ладно, ребят, короче, всем спасибо за просмотр, с вами я был Фантон. И канал Вызов Духа Фантом. Всем пока.